много букв. Не хочется буквы читать. Это не тот город, который я помню. Происшествие в особняке Нордквиста это было как вчера. Идет ритуал, я забираю коготь Эрин, она падает и умирает. А теперь в воздухе мор, на улицах смерть, город. Раньше не было благоуха... Хуя сверкнула. Благоуханным садом, но до сих пор чего-то, видимо, там. Но отвлекла молния, ни хрена там пизданула. Ой, что-то грязь, пыль какая-то, ой-ой-ой-ой. Мы грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. Да. Вот это вот все, вся гниль, вся пакость, она вся гниет, она вся разлагается. Это говно, вонючка и пиздец. И это на еще же плодит. Я уже накатался. Найду другой путь. Это же все плодит, блять, заразу. Проникните на завод. Окей. Ладно, работяги, иду к вам. А куда, блять? А нахера? Что-то как-то странно он так прыгнул. Сначала кряхтанул. Ну, блять, ку-ку. Ну ты еблан, залезь. Сначала, короче, кряхтанул. Ну ты пиздец. Ты можешь залезть? О, ясно, блядь. Ну ты прикалываешься. Не может залезть, смотри. Не может залезть. Какая беда. Ладно, окей. А, он типа... Ёб твою мать. Ну слушай. Заебись. Нет какой-то свободы перемещения, я вот вам так скажу. Как-то хочу так всяко, не получается. Все равно как-то по-линейному меня ведут. И это называется работа? Смотри, чтобы псина не брехала и разбуди меня к концу смены. Я спишь в таком... Ой, что тут такое творится? Да, не знаю, а что иди, такое творится? Убедись, что все тихо. Ну иди убедись. Иди убедись. Опа. Что за хуйню делаю? Нет, 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 нет. Спокойно, мы страшно. Что за шум? Кто здесь? Что за черт? Давно я хотел подраться. Так, побежали. Начала лаять, пиздула. Блять, как вскрыть? Бля, могу вскрыть, нет? Получится? Без палева это сделать. Все, пошли, блять. Воруй быстрее! Ну, пожалуйста, своруй быстрее, блять. Быстренько, быстренько. Ой, хорош. Бля, просто лучший. Спорю, что этот пес внимательнее, чем его хозяева. Так, надеюсь, не спалят. Слушай, ну это прям... Это надо. Я, слушай, сначала не подумал, что время там замедляется. А на самом деле лучше, чтобы время-то замедлялось. Потому что, ну, прям, блядь, надо это. Я понял, что это уже must have. Ну, в следующий раз вкачаю, чтобы замедлялось время. Иначе, может быть, попадомба так-то. Ой. Так, ну это F5. Так, ну тут ничего нет, только трубы и все. А, чего ты не можешь перелезть через это все? Рыли, не понимаю. Опа. Что такое? Эрин. Я не заболел? Походу заболел. А, ну вот, восстановление концентрации. Это хорошо, окей. Ну что? А, даже так? Нифига себе, пошло третье лицо. Очень странно. Ну ладно. Какая-то странная механика, честно говоря. Ой, так. А частенько так вот будет, такой паркур будет от третьего лица или нет? Или это чисто сюжетная шляпа? Мы погрузили его как можно бережнее. Вы же с ними... Ой-ой-ой-ой, тихо.
Прогрузочка, походу, была. Так, ладно, топаем сюда. Где-то я иду за кольцом. Это вот я просто иду за кольцом. Снимать его с трупа. Ой-ой-ой. Киквейт. Оглушить. Он один здесь? Ну давай. Манекен. Хорош. Я пришел сюда за телом. Но не за таким же. Нафига здесь манекены, кстати, реально. Как я так громко шагаю? Ой-ой-ой, как тут много стражников. И как мне это все проходить? Вопрос на засыпочку. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Не, слушай, мне Корнелиус, кажется... Корнелиус, наверное, уже там? На конвейере. Там что-то есть. Поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Цепляйтесь за крюк, пройдите путем мертвых. Кого? А-а-а! Пон. Я пон. Ну что ты? Да вот сюда прыгни. Хорош. Ой, взял. Блять, еблан F9. Ни хрена себе. Ну атмосферненько на самом деле, так, атмосферненько. Дождь, пердёж, гром. Спрыгни ты, блядь. Но он не хочет спрыгать, пиздец. И что? Где же оно? Можно спрыгнуть, плиз? Он не прыгает. Это баг? А чё он ушел-то? Я же должен был его оглушить. А, кажется, тут я уже искал. Бля, давай, знаешь, как сделаем? Похуй. Сейчас подойдет опять сюда. Ну? Так, пошел. Да. Я пришел сюда за телом. Но не за таким же. О, тут еще, кстати, была голда. Ок. Что там было сейчас? А, заглянуть за угол. Это куда я полез? Ого! Слушай, а я зря не полюбопытствовал. Тут нифига себе, ку-ку, привет. Много всякого стафа. Кошелек. Да, надо так-то очень много всего выфармливать здесь. Я вот что хочу сказать. Здоровенный сундук, и тут такая плашка, блядь, маленькая. Так, ну все, здесь больше ничего нет. Окей. Ну смотри, секретка. Окей. Погнали вниз. Так, там внизу еще сейчас будет немножечко. Там фляга, по-моему, будет. Да. А чё бьется сердце? Типа я устал или что? Походу, да. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. Угу. Поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Блять. Меня здесь не видно? Очень странно. Тихо. На другой крюк, что ли, надо мне? Слушай, ну походу да. Блять, не пали ты меня нахуй. Все, не-не-не-не-не. Да. Говно. Бутылку эту вообще не взять. Тихо. Тихо.
Ой, а как мне туда забраться? Там что-то сверкает. Походу уже никак. Лады. Лады. Не, он тут-то сверкает. Опа, сюда. Ой, блядь! Эй, мне что, уже мерещится? Эй. А ну стой на месте! Блядь. Ну и чё, как это работает, дерьмо? А, это вот так вот просто. Чё? Это просто стан. Чё? А, ничего, на. Нормально общайся. Блядь, ну это сейчас опять заново, что ли? Я же сохраняюсь. Чё меня бросает? Меня по-любому сейчас бросит опять вот в эту... А, нет, нормально. Окей. Всё, хорошо. Так, где там чё сверкает? Ну, в натуре. Блядь, ну шо ж ты прыгаешь-то? Ой, еблан. Блядь, как это все обезвреживать? Надо верхнего, короче, обезвредить. Как только это сделать? Ой-ой-ой-ой. Ой. Опа. Вот так же могу? Могу. Ой. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. Тихо. Еду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Заебал, куда ты идешь, блядь? Сука. Нет. Нет. Нет, 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 ребята. Сейчас мы вас всех потушим. Сейчас... Блядь, он зажег. Он, блядь, зажег. Да ну, ебать, спалили. Вы что, угораете? Как вы, блядь, меня спалили, идиоты? Ты вон там. В темноте спрятался. Ему вот и пошел, блядь. Так, оглушаем. Стоять! Это приказ... Блядь, да пиздец ты палишь, нахуй. Ебать, он палит. Как-то по-другому надо. Как-то, ребята, надо, блядь, по-другому. Во-первых, можно мне, блядь, вот спасибо. Шестеренку взял. Так. Каждую ночь один и тот же кошмар. Лучше сверху начинать, реально. Все. Ой. Ну как-то погас. ХЗ как погас. Как-то погас вот. Как-то вот погас. Ну не зажигай, заебал. Сейчас развернется, блядь. А, нет. Найс. Как мне тяжко. Так, все, короче. Там-то, надеюсь, никого нет. Тихо. Опа. Сюда. Разбитое стекло. Хватит жаловаться о том, что в некоторых помещениях на полу разбитое стекло. Подметки стоят недешево, так что обходите стекло и подметайте его. Не может смотреть под ноги. Не можете смотреть под ноги, ваша карьера в страже будет недолгой. Вы отвечаете за свои униформы и за сапоги тоже, не сомневайтесь. На ваше место метит дюжина человек. Капитан Шейф. Окей. Так, дверь, голда. А, еда. Ок. Блять, нахуя? Куда мне, зачем мне это надо? А, гаечный ключ. Понятно.
Вот я сейчас так себе заруинил, что не купил гаечный ключ, конечно. Это вообще такая беда. Да, блядь. Ну все. А можно как-то мне? Спасибо. Наблюдать зачем? А, на крюк надо. Ёпта. Точно. Ок. Тоже еда. У меня еды максимум. Открываем. Угу. А, пон. Все. Что? Кто? Куда? Ладно, поехали как мертвяк. Оба. И чё? А, все, пошла скрипта. Куда поедем? У меня что, копаться реально в этой яме? Стража сделала все, чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни. Угу. А что так с какими прерывками так едет? Зачем тут так останавливаться по-дебильному? Это как охотиться на оленей в усадьбе. Пора слезать. Я привык быть движущейся цепью. Да, не шевели. Человек ли был? Опа. Блять, стекло. Да, не надо. Надо меня находить. Блять. Ну, ёбок ты, блядский, сука. Спалил. А просто по стеклу походил. Вот и спалил. Хуя ты угораешь, блядь. Понял. Это фабрика, стальной гроб. Закопать бы. Давай, 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 давай. И пизда тебе. Хорошо. Даже, в принципе, стрелы не потратил. Опа. Так, тут ничего. Так, тут уже можно побегать спокойно. Окей. Так, мы это читали. Так, голдишку. Все это лутаем, конечно. Еда, еда нужна. Давай, знаешь, что, похаваем и возьмем еду. Все. И тут ничего нет. Ладно, погнали на крюк, блять. Игра так просто не сохраняется. Надо реально F5 прожимать. Постоянно. Ну что? А, почему так без скрипта пошло? Нельзя сохранить. Охренеть. Понял. Стража сделала все, чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни. Надеюсь, кто-нибудь заварушку устроит. Угу. Я устрою заварушку, но ты об этом не узнаешь. К сожалению. Это как охотиться на оленей в усадьбе. Или к счастью. Пора слезать. Я привык быть движущейся целью. Не шевелись. Так, сохранялка. Тихо. Речную вонь даже тут чует. А как вот тут так это все? Он услышит, блять, это? Если вот так вот аккуратно ходить. О! Эдди Дом. Великий охотник. Нормас. Блять. Кто тут шорох наводит? Эй! Ухожу. Охота началась. Че, он сейчас сюда придет? Но на этом тебе конец. Тихо.
Пошел. Найс. Блять, как же четко сработано было. Как же, блять, было четко сработано. Так, все, тут ничего. Так, а тут-то я украл. А, нет. Фу. Лады. Что за письмецо? Поздравляю, Барми, тебе досталась трупная вахта. Совсем неплохо, если желудок крепкий. Захочешь отдохнуть, у нас с парнями есть местечко наверху. Это единственная точка, где босс не увидит, что ты дрыхнешь. Правила простые. Не шуми, не свинячь, не выкалывай... Что, блядь? Не выколачивай трубку на пол, если тебя застукают. Не называй имен. Понятно. Так. Опа. А, закрыситься можно. Понял. Ну все, можно, блядь, выйти отсюда. Спасибо. Так. Тут что-то есть? А, да, смотри-ка. Металлический снаряд. Найс. Опа. Тихо. Блядь, стекло вот это битое, ну, конечно, руинит. А, что-то не заметил. Никого нет. И чё? Блядь, понь. Внимание, в настоящее время идет реконструкция литейного завода на улице Долинной. Фабрика должна быть готова принимать мертвецов на переработку в течение 2 недель. Осторожнее с материалами, оставшимися от прошлых проектов барона Норкреста. Все помещения, которые нельзя переоборудовать для обработки и уничтожения кадавров, объявляются недоступными. Ловец воров будет лично следить за соблюдением этих условий. Вы все прекрасно понимаете, что промедление недопустимо, капитан Шейф. Окей, я так понимаю, это наша цель будущая? Или король... Нам что-то этот ловец воров? Нам его презентуют постоянно в записках? Мне кажется, что мы с ним встретимся. Мне кажется, мы с ним еще как встретимся. Так. А как вниз? А как вниз? Походу никак. Опа, тупая стрела. Блять. Ой. Какая жалость. Блять. Заебал. Иди-ка ты нахуй. Да еще как уйти. Еще как уйти. Блять, он там. И чё? Как-то неохота он выглядывает за угол, честно говоря. Ой, блять. Тихо. Куда пойдешь? Блять! Ах ты ебать! Я тебя понял нахуй. Ну чё мне тебя пиздить, что ли? Я просто... Вот ты идиот, блять. Ладно, ну я не хочу его убивать просто. Ебать, извиняюсь. Все, нет меня. Меня нет. Ага. Вот вы охуевшие черти, блядь. Тихо. Упустил. Ты где, Заря?
Ой, блядь. Они меня найдут, походу. Да, блядь! Ну все, идите в пизду, короче, блядь. Я хотел по-хорошему. Пошли вы нахуй. Еблобаны. Больно вы мне нужны. Ну спрыгни ты, блядь! Все. Нет меня. Куда идти, блядь? Не очень понятно, честно говоря. Так, тут ничего нет. Это спрятаться. Бля, ну жестко. Что я хочу сказать? Стелсик такой жестковатый, блядь. Дайте мне закрытую дверь, и я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Наверняка тут есть ключ. Наверняка тут есть ключ. Несанкционированное проникновение на эту черту будет караться. Никаких исключений. В случае необходимости свяжитесь с офицером администрации. Ловец воров. Блять, все разбито. Все побито. Блять, пиздец. Давай все потушим. А что тут же что-то было? А, можно открыть. Понял. Давай откроем. Это уже на самом деле пипец. Так-то долгие здесь миссии, прям долгие, реально. Я, конечно, согласен, что чуть-чуть подтупливаю, но реально по часу. Прям долго, долгие летсплеечки выходят. А по полчаса это невозможно снимать. Это я просто буду пробегать, и, ну, и это будет пипец. Бессмысленно. Я хоть как-то хочу получить какой-то контент, честно говоря. Угу. Опа, сюда. Так, тут у нас что? О! А здесь мы, кстати, не были. Ключ, походу, да, лежит? Мне, походу, туда и надо. Нет, упа просто. И все. Ну, можно я выйду отсюда? Заколоченная дверь. Как туда пробраться? Так, тут горючее, скорее всего, было. Ага. Бляха-муха. Иди сюда. Оп. А давай-ка сюда залезем. Еще поспать. Новая карта. И тут, кстати, карта, блядь. Опа. Опа. Ой. Какая жалость. Не, оглушать их просто не вариант, иначе... Ключа нет. Пипец. Нож. Так, я тут челиков раскайтил. Ведь. Это три человека стоит, пиздец. Да. Мне кажется, вон у этого ключ. Дебика. Мясо хочется пить. Или выпить еще лучше. Опа. Тихо. Он палит. Они все меня спалят. Бутылка есть? Бутылка есть. А, смотри, что делаем. Давай так. F5. Что здесь происходит? Ты на меня зря напал. Я тебя... Как он меня... Как они меня спалили, блядь? Они же вообще не должны были меня палить. По факту. Так-то. Очень странно, ну ладно.
Заебали, блядь. Ну, я туда кину. Опа. Нихуя, зачем я это сделал? А зачем я это сделал, блядь? Я чё, еблан? Зачем я его оглушил? Я всё чётенько так-то сделал. Не надо было же его вообще оглушать. Ага. Побежали отсюда нахуй. Все, го в машинное отделение. Так, я устал. Пон. Пон-пупон, я устал. А, тут нифига. Здесь же машинное отделение, правильно? Или где? Блять, нет. А где машинное отделение? Что-то я... Что-то я чуть-чуть заблудился. Вот здесь где-то, что ли? Так, все, устал. Да, вот здесь все. Опа! А тут я этого тут не шарил. Не шарил, не шастал. Сюда вилка. Ни черта. Найс ключик, конечно. Тихо. Так, сундучок. Залутать надо. Чё за стрелы? Тупая стрела, охотничья стрела, водяная стрела. Ладно. Угу. Что-то нормально мне лута насыпают так-то. The fuck? Опа. Шо? Ой-ой-ой-ой-ой. А чё так дешево? Позолоченные, между прочим. Так, мне на крюк, да, опять? Так, это F5. И можно на крюк. Все, погнали. Поехали дальше. Ну? А можно здесь сохранить? А, здесь нельзя. Здесь скрипта идет. Окей. Ну, пускай идет. Кто голодный? Для мертвеца Корнелиус очень прыткий. Придется побегать. Мне нужно его кольцо. Все в очередь. Тихо. Не толкайтесь. Огня хватит на всех. Аккуратненько. Чертовы заборока. Ой, блядь. Что за скримак? Че мне их перебахать? Почему этим занимаются солдаты, я понять не могу. Я ей сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну кто? Это ловец воров, походу. Да? Хромой. Вот он, конечно, ловец. А, генерал этот, шейф. Генерал шейф. Вот ты где. Простите, сэр. Чё, кольцо не может найти? Походу, да. Что было на этом трупе? Ничего.
ничего. Что у него такая дебильная лысина? Очень странная. Я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошел. Уважение. Пойло покрепче. Золото. Ну мне, короче, этого Шеева надо бахнуть. А мои люди должны делать то, что я, блин, скажу. Жестко. Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Чтобы стрела не пропадала. Да. Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей. Ловец воров хуже, чем о нем рассказывает. А, так он все-таки ловец воров. Украдите кольцо у генерала. Ладно, ребят, уже просто час идет прохождение. Я думаю, что мы с вами продолжим в следующей серии. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. Встретимся с вами в прохождениях Сифа, в других играх и на стримах. Всем ба-бе.